Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня я вам покажу Shadow Fight 3, ивент, который у нас прошел, фестиваль цветения. Я, ребята, его прошел, будем делать вырезки и покажу вам самое основное, что у нас произошло. Так, ну что, давайте начнем с бустер-пака лиги и посмотрим, что нам выпадет. Так, нам выпадают чакры света, эпические чакры. Также град, это для посоха, спецприем. Обед императора, это эпический лук и 60 рубинов. Ну что же, я считаю, что это неплохо. Ребята, если брать в расчет, что сейчас очень проблематично выбиться куда-то там в топ и набрать очень много очков, я считаю, что это хорошо. Так, ну что, карту мы на халяву с вами здесь улучшили. Как вы знаете, что этот ивент мне стоит проходить только ради одного, чтобы улучшить свою глефу. Давайте-ка мы с вами купим вот этот вот эпический перк на оружие. У меня его нету, а как вы знаете, ребята, я всегда покупаю то, чего у меня нету. Ну, естественно, если позволяют ресурсы. Так, перезарядка, значит, да? Я так понимаю, это на меч, на тяжа. Хорошо, и также я думаю, что надо нам купить вот это за 3430. Что это у нас такое? Жажда крови, эпический пилум. Тоже у меня его нету, поэтому давайте, ребят, наверное, купим. Так, новая карта, замечательно. Ну что же, как я вам и говорил, что этот ивент я буду проходить только ради того, чтобы улучшить себе глефу. Глефа — мое любимое оружие, вы это знаете прекрасно. Так, новый сезон, ну это все понятно. Ну и начнем мы, пожалуй, с вами с обычного режима. Потом мы с вами пройдем престижный. Ну, бои я не буду, ребята, вставлять, я их вырежу. Будем смотреть чисто на трофеи. Если кто хочет посмотреть, как я проходил этот фестиваль цветения, у меня есть видосик в Shadow Fight 3. Ну что же, видим, какие у нас награды будут. Так что, я думаю, пора приступать. Ну и первое, что мы с вами получаем, это, конечно же, ребята, трофеи. Да, у нас будет сейчас в данный момент соточка. Мало, но все-таки. И впереди нас поджидает, ребята, эпическая карта. Так что вперед, как говорится, и с песней. Ну что же, Сакура стальная у нас отдыхает. И, ребята, мы за это получаем с вами карту эпическую. И это у нас флагшток, эпический спецприем. Для глефы он у меня стал 9 уровня. Нужная вещь. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Ну и за следующую победу, естественно, ребята, я получаю 100 рубинов. Очень приятно. Так что поехали. Осталось лишь получить с вами эпический пак. Ну что же, мы прошли с вами обычный режим. Получили 390 трофеев. И давай... Да, Шибата, понятно все. Можешь успокоиться. Ты мне дай награду. Награда мне нужна. Да, вот, ребята, эпическая династия пак. Давайте посмотрим, что нам из него достанется. Поехали. Роскошный жилет, эпический доспех. Так, укрепление, редкий перк на доспех. Так, крылья журавля, эпические дирхорны. Сгодится. Ну, это ерунда, шапка неумолимого, редкий шлем. И составной лук. Ну, как-то так, ребята. Ну что же, я думаю, что нам пора переходить, естественно, на престижный режим. Вы видите, какие мы тут с вами получим награды. Так что, как говорится, не будем долго ждать, а отправляемся в бой. Ну и первая победа в престижном режиме, ребята, нам приносит 200 трофеев. Согласитесь, это хорошо. Ну что же, двигаемся далее. Ну, очередная моя победа над Стальной Сакурой нам приносит легендарную карту. И это, ребята, воу, даже идеально. Победа. Что же мне дают за легендарную карту? Косарь. Вау, спецприем для глефы. Тоже, ребята, очень полезная вещь. Ну и следующее, что мы с вами зарабатываем, это эпический пак. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам из него выпадет. Поехали. Так, танец с мечами, редкий спецприем. Так, летая каска, это эпический шлем. Рев дракона, легендарный дадао. Ребята, новый предмет, у меня ее раньше не было. Так, дирхорны, равноденствие. И последняя карта — это золоченый жилет. Ну что же, я очень доволен, ребята. Очень доволен. Ну, а мы с вами продолжаем двигаться. У нас впереди легендарный пак. Так что, ребятушки, все у нас еще впереди. Ну и вот они, мои трофеи. 1746 трофеев, ребята. Дальше давайте будем смотреть, что же нам выпадет из легендарного пака на династию, конечно же. Так, поехали.
Золоченый посох, это эпический посох. Печать демона, легендарный доспех, уже хорошо. Так, это у нас бескозырка, эпический шлем. Ладно, сгодится. Корона демона, легендарный шлем. Замечательно, ребята. И обед императора, эпический лук. Ну что же, как-то вот так вот. Так, сколько мы с вами накопили очков? 2436. Угу. Значит, мы можем с вами, ребята, что-то приобрести, так? Я думаю, что можем. Да это понятно, что будут монеты сконвектированные, все это ясно. И естественно, ребята, я буду улучшать свою глефу. В принципе, ради этого я только и проходил. 3419 у меня сейчас получит моя глефа. И это, ребята, очень хорошая прибавка. Очень хорошая. Я бы, конечно, честно говоря, хотел бы получить себе легендарную глефу, но пока будем драться уникальной. Так, что, ребята, я думаю, что мы с вами все-таки не шлем будем улучшать, а броню. 1300, у меня как раз 1336. Да, будем улучшать. Ух ты, смотрите, довольно неплохую прибавку у меня получит броня. Слушайте, я думаю, что, наверное, все-таки стоит это сделать. Даже если мы с вами сравним то, что сейчас одето на мне. Так, давайте-ка сравним. 3017 силы, да? Угу. Ну что ж, давайте будем с вами улучшать нашу броньку. Так, вот она. В принципе, ребята, они должны сравняться. Сравняться. Вишневый фантом, да, 3017 силы будет, если я, ребята, улучшу. Поэтому будем это делать. Куда нам еще трофеи девать? Некуда. На глефу больше не хватит. Да. Замечательно. Ну что же, я доволен, ребята, как удав. В принципе, можно и закругляться. Так, давайте, наверное, мы с вами еще там вскроем у нас. Вот, бесплатные карты. Ну, ребята, это уже так, для проформочки. Монеты, но это мы с вами смотреть не будем, чтобы время зря не терять. Надеюсь, ребята, вы не обиделись, что я не стал вам показывать все бои, которые были. Я вам могу сказать одно, что прошел я все на одном дыхании, ни разу не проиграл. Всех завалил, всех победил, награды получил. В общем, ничего, ребята, не потратил. Ни денег, ни рубинов. Только приобрел. Так, ну что, облегченный колпак, 270 монет мы с вами получаем. Ну, бонусные карты мы с вами смотреть не будем. Ну, в принципе, и все, ребятушки. А на этом всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующих видосиках. Так что, всем пока и удачи. До новых встреч. Так, подожди, дай-ка я посмотрю, как она выглядит хотя бы. Возьму ее в руки, подержу свою родную глефу. Вот единственное, конечно, что атака оружием, ребята, слабее. Здесь все-таки будет посильнее лезвие вьюги, да? А здесь вот послабее. Ну, оружие у нас не так часто выбивает из рук. Так что, ребят, я думаю, как-нибудь мы все-таки с вами справимся. Так что следующий бой, следующие бои, я думаю, я буду уже проводить глефой. Хотя хрен его знает. Ребят, вот этими саблями я так эпично воевал. Эх, жалко, конечно, вы этого не видели. Ну, грубо говоря, всех валил как спам. Особенно своей вертушечкой. Ну ладно, что-то мы с вами заговорились. Всем пока, всем удачи, ребята. До новых скорых видосиков.